Тренер Фредди Роуч в интервью Boxing Scene рассказал, что его филиппинский подопечный Манни Пакьяо не особо следит за боксом и другими бойцами. На вопрос о возможном бое с американцем Теренсом Кроуфордом, Роуч привел в пример случай, когда к Пакьяо подошел сфотографироваться казахстанец Геннадий Головкин. Уверен, Манни никогда не видел боя Кроуфорда. Вот, к примеру, пришел как-то к нам в зал Головкин и захотел сфотографироваться с Пакьяо. Ну, сделали снимок в ринге. После этого я начал тейпировать Манни кисти. А он такой: «Фредди, что это за хлопец был?» Я ему: «Какой?» Он: «Ну, тот, который со мной фото сделал». Говорю Пакмену: «Это Трипл G. Не знаешь его?» Манни такой: «Не-а. Он боксер, он не смотрит ТВ. И половину боксеров не знает». Манни отдыхает, играя в баскетбол и занимаясь другими делами. Его не застать дома, цитирует Роуча в ринге.com. Отметим, что история о фото Головкина и Пакьяо Роуч впервые рассказал в июле 2016 года. Сам филиппинец в ноябре заявил, что вернулся в бокс, потому что увидел бой Трипл G с британцем Киллом Бруком.